и, как правило, до меня они доходят с вопросом, мы тут что-то делали, оно работало 2 года, и вот что-то перестало. Чаще всего у меня возникает вопрос, как оно работало эти 2 года. Вот, и я хочу рассказать про вот такие схемы, показать, где есть ошибки в таких схемах и как следует эти схемы пересобрать. Возможно, кто-то уже смотрел доклад, была первая часть на МУМе в Екатеринбурге в этом году. Кто-то смотрел? Ну, значит, в принципе, большинству будет интересно. Так, меня зовут Тимофей, я живу в городе Пермь. Я работаю сейчас в провайдерах, консультирую провайдеров. Здесь я познакомился с какими-то людьми, которыми подходили ко мне и говорили, пару месяцев назад ты нам что-то настроил. Потом мы находили, как они выглядят в Telegram, и я понимал, кто это. Соответственно, у меня есть сертификаты, как раз те, которые больше нужны для провайдера. Я сертифицированный тренер MikroTik, и так как в основном я специализируюсь, мне хочется больше обучать, но у меня нет возможности, поэтому я призываю моих коллег, преподавателей и открываю академии в моем городе. Если у вас есть какое-то учебное учреждение в вашем городе, вы можете обращаться к любому координатору с просьбой помочь открыть академию, чтобы обучать ваших студентов в учебном учреждении, например, по курсу в MTCNA абсолютно бесплатно. Откуда взялись примеры, о которых я буду говорить? Ну, это в основном чатик MikroTik.ru. Реклама, приходить туда, там не менее 2000 сообщений в день. Вот. Кроме того, у меня есть, посмотрим, что будет в понедельник. У меня есть доступ до инструкций некоторых экспертов, которые рассказывают своим резовым инженерам, как надо настраивать. Оттуда я почерпнул часть примеров. Итак, первый кейс, который я как раз из чата увидел, я его уже рассказывал в Екатеринбурге, но это не помогло. Кейс такой, у меня есть 2 оператора, и по каким-то причинам операторы блокируют порт, ссылаясь на то, что от меня очень много бродкаст. С моей стороны только маршрутизатор, бродкасту взяться неоткуда. В принципе, довольно быстро я угадал, в чем проблема. Возможно, кому-то тоже придет в голову. Дело в том, что на роутере настроена какая-то балансировка. Принципиально неважно углубляться и понимать, как работает балансировка. Здесь очень тривиальная проблема. Первая мысль была в том, что там где-то бридж, и бродкаст берется откуда-то снизу и пролетает в оператора, но нет. В настройке была найдена вот примерно такая конфигурация, 2 дефолт-маршрута. Один из них указывает на интерфейс PoE, другой на физический интерфейс Ether3. Кто понимает, в чем может быть проблема? Да, дело в том, что здесь нужна прослойка. На классическом Ethernet надо в качестве gateway указывать IP-адрес. Тогда при отправке пакета на IP-адрес ваш роутер сгенерирует ARP-запрос, шлюз оператора ответит, и именно на этот MAC будут отправляться все пакеты. Как можно продиагностировать такую проблему? Есть встроенная утилита ToolSnifferQuick. Здесь табличка, потому что моя консоль может многим непривычным казаться. Вот такая вот. Классическая, зеленая на черном фоне. То есть это выглядит вот так, и по факту роутер пытается со своего адреса послать запрос, у кого адрес 8888. И вообще на все пакеты, которые хотят отправить клиенты за ним, он генерирует ARP. ARP — это бродкаст сообщения, соответственно, чуть более крупно. Какой очевидный вывод? Вывод в том, что везде пишут в качестве интерфейса. В качестве gateway интерфейс можно указывать только тот, у которого нет по-настоящему L2 заголовков. Это может быть IP-IP или PoE. Или какие-то туннели, которые дают вам чисто L3.
Есть специфические кейсы, когда вам надо прописать гейтвей, но это не когда у вас аплинк. Вот второй кейс. Второй кейс. В марте было очень актуально говорить про безопасность. Вот. И почитав инструкции, посмотрел конфигурации кучи роутеров на боевой сети по всей России, я увидел, что в инструкциях написано такие рекомендации. То есть вводная, да, на маршрутизаторе есть публичный IP. Что нужно сделать, чтобы обезопасить роутер? У кого есть понимание, что нужно сделать? Ну, кто дома настраивает и уверен, что его нельзя просто взять и подломать? Что-то как-то мало. Даже половины нет. Ну, хорошо. В общем, это неправильные варианты, я предупреждаю, да? То есть достаточно использовать нестандартный пароль. На удивление много таких людей. Есть люди, которые считают, что этого достаточно. Но мы знаем про уязвимость, когда пароли вообще не спасают, поэтому хорошо, что таких не осталось. И вторая часть — это в инструкции через какое-то время добавили ограничение доступа по IP-сервис. Кто использует IP-сервис? Ну, ограничение в IP-сервисе по IP-адресам. Хорошо. Если не только, это правильный кейс. Ну, чуть позже про это будет. Это просто кейс, как вообще в инструкции было написано. То есть там было что-то вроде вот этого, как это можно использовать, да, на все сервисы разрешить доступ только с адресов стандартной локальной сети. Это ограничение работает после фаервола. И по факту, если вы ограничиваете доступ для SSH, то все пакеты доходят до некоторого демона, который отвечает за SSH. И сам демон решает, соединяться с вами или нет. Соответственно, все рекомендации, как надо делать, уже описаны. Есть страничка на Wiki Mikrotik. Есть краткая ссылка, которую вы можете ввести, и вас редиректнет туда же. Теперь подробно, что, мне кажется, там не хватает иногда. Соответственно, нестандартные логины там описаны. Нестандартные логины надо использовать, потому что стандартные перебирают. Если вы его используете нестандартный логин или любой пароль, скорее всего, брутфорс с вашим логином в принципе даже не будет происходить. Если только у вас очень популярный логин какой-нибудь. Ну и, соответственно, есть рекомендации использовать сложные пароли. Кроме того, что надо использовать сложные пароли, надо еще знать, а не используете ли вы пароль, который уже считается словарным. Для того, чтобы проверить, словарный ваш пароль или нет, вы можете использовать два сервиса. Один из них Have I Been Pol. Не-не-не, сейчас я поясню. Соответственно, это известный аналитик безопасности, который действительно позволяет вам ввести ваш пароль в поле и проверить, нет ли его в словаре. Но это неправильная тактика, поэтому там явно написано, ребят, вы можете, во-первых, взять хэш от своего пароля и залить туда хэш. Но это тоже сомнительно, ну, такое решение. Вот. И самый лучший вариант — это стянуть у него базу хэшей. Там три торрент-файла, все хэши, которые где-то есть, уже засветились, он собирает, и вы можете локально у себя проверять все свои пароли. Это правильный вариант. Вводить пароли свои на какие-то ресурсы не надо. Кроме того, совсем недавно в содружестве с этим сервисом Firefox запустила ресурс, который называется monitor.firefox.com, который просит вас ввести email и предлагает вам подписаться на уведомление. Если в каких-то базах будет упоминаться ваш email с каким-то паролем, неважно с каким, вам придет email, на этот как раз email, скорее всего,
о том, что вас взломали. Ну или произошла какая-то утечка. Он появился буквально на днях. Я вчера попробовал, посмотрел. Просто дело в том, что, например, ресурс, который на домене firefox.com, он в любом случае заслуживает больше доверия, чем какой-то тренер бородатый. И чем какой-то ресурс, который ссылается на известного специалиста по безопасности. На сайте HaveIBeenPwned, по-моему, там есть несколько возможностей. Вот. Плюс, кроме таких удобных ресурсов, вы можете просто поискать базу логинов, паролей. Есть ребята, которые ее собирают, пишут хитрые скрипты, которые позволяют быстро найти по регуляркам все, что вы хотите. Я устраивал акцию для всех знакомых, пришли мне имейл, я скажу тебе твой пароль. А, к счастью, большая часть людей сказала, что она поменяла этот пароль 1.5 года назад или 3 года назад. Итак, соответственно, рекомендации, которые есть, это добавьте ограничения, то, что многие запоминают для некоторых системных пользователей. Если у вас есть, если вы видели, там есть система для резервного копирования, стенд. Если вы используете какую-то систему для создания бэкапов, вы заранее знаете, ну, вы создали для этой системы отдельного пользователя, вы поставили эту систему на определенный сервер, у сервера есть IP-адрес, для этого пользователя пропишите ограничения в users, чтобы он мог авторизоваться только с этого IP-адреса. Просто на всякий случай. Да, скорее всего, вы испытаете какие-то сложности, если он у вас переедет на другой сервак, но вы можете это учесть как-то. Вот, если у вас есть какой-нибудь биллинг, а есть странный биллинг, который ходит на роутер по SSH или по API, иногда такое случается, вы можете ему ограничить, чтобы его пользователь с какими-то расширенными правами ходил только с самого сервера. То есть безопасности много не бывает, нужен какой-то баланс между удобностью и безопасностью, но такой функционал есть, рекомендовано его использовать. Особенно для параноиков. Итак, сейчас я попытаюсь просто перечислить те вещи, на которые стоит обратить внимание, когда вы зашли на какой-то роутер, который настраивали не вы. То есть рекомендации по защите микротик на Вики, соответственно, они написаны, что вы настраиваете роутер из коробки. А в моем случае, как правило, кто-то уже что-то настроил, и поэтому я проверяю все, что могло быть выключено и отличается от конфигурации по умолчанию. Соответственно, если у вас есть какие-то сервисы, которые вы не знаете, как использовать и не знаете зачем, выключите их. Выключите Telnet, FTP, как минимум. Кто использует Telnet или FTP? Никто? Кто знает, почему не рекомендуется использовать Telnet и FTP? Потому что, да, логин и пароль plain текстом. Если между вами и вашим роутером кто-то прослушал этот трафик, он узнает ваш логин и пароль, и он попадет в базу, вы можете ее проверить и найти. Вот, соответственно, ограничения для всех сервисов можно добавить. Как правило, это можно сделать, если вы не хотите подключаться к вашему роутеру отовсюду. Ну, хотя иногда такое тоже хочется. Вот. Ограничить доступ по MAC-адресу, особенно если вы делаете публичный Wi-Fi hotspot. Проверьте настройки RAM-MON. Иногда люди просто не знают, что это, они это включили. А с помощью этого функционала можно управлять роутером. Шикарная вещь, которую не все знают, для чего использовать, это SNMP. Но если вы зачем-то включили, оставили параметры доступа по умолчанию, кто-то придет, просканирует вашу сеть, найдет SNMP и узнает очень много информации о вашем роутере. Поэтому проверьте, что он у вас не включен или там заданы какие-то ограничения. Если там есть комьюнити public или private, значит кто-то когда-нибудь обязательно найдет и сможет туда подключиться.
Соответственно, есть Bandwidth Server MikroTik, который по умолчанию работает с авторизацией и не представляет угрозы. Но так бывает, что кто-то его включил, выключил авторизацию, и у вас может возникнуть пара гигабит трафика. Просто кто-то решил потестить скорость с вами. Вот. Популярная тема — забыть выключить IP-DNS для ответов наружу. Ну и сервисы, которые тоже стоит обратить внимание. Если вы сливаете бэкапы как-то странно по TFTP, неожиданно кто-то у вас может попробовать по TFTP обратиться на роутер и слить какой-нибудь config.rsc. Ну, здесь совсем специфические вещи, да. Выключите неиспользуемый интерфейс. Понятно, что дома этого делать не надо. Но если у вас есть некоторый дата-центр, и у вас там есть ваш роутер и роутер какого-то другого клиента этого дата-центра, кто-то из коллег может перепутать, воткнуть что-то в вас, словить какую-то случайную петлю, поэтому есть смысл в ваш маршрутизатор. Да. Вы словите случайную петлю совершенно и будете долго дебажить, поэтому иногда есть смысл выключать интерфейсы, которые вы не используете. Вот. Если вы размещаете оборудование в дата-центре, наверное, вам стоит выключить управление через LCD. Там есть замечательный функционал «сбросить роутер». Вот. И если вы не используете какие-то пакеты, в принципе, их тоже можно выключить. Соответственно, банальные вещи, да, чтобы просто усложнить каким-нибудь исследователям жизнь, вы можете использовать только Secure Mode в Winbox и использовать усиленную криптографию при SSH. Как всегда, да, рекомендации по настройке Firewall, на которых я не буду подробно останавливаться, потому что они уже везде написаны. Я остановлюсь на каких-то базовых вещах и на то, что стоит обратить внимание. Соответственно, у вас есть цепочка input для защиты самого роутера, условно, и цепочка Firewall для защиты ваших клиентов. Вот. Также, если все-таки у вас запущен dual stack, вам надо задуматься о фаерволе и для IPv4, и для IPv6. На что стоит обратить внимание? Вот эти порты стоит проверять на вашем роутере их доступность и защищать их. Или ограничивать доступ к ним. Не все могут у вас работать, если вы не используете VPN, соответственно, сервер выключен, и эти порты не используются. Так как я работаю в провайдере, то кроме защиты самих роутеров, мне иногда приходится защищать клиентов, а иногда приходится защищать интернет от клиентов. Потому что есть какое-либо устройство, которое выступает в качестве DDoS-амплифайера. То есть у них открыт тот же самый DNS, резолвер, кто-то подделывает запрос с адреса какого-нибудь ресурса, отправляет с этого адреса несколько DNS-запросов на кучу таких резолверов. Все эти DNS-сервера отправляют пакеты больше в адрес жертвы, и в итоге в сторону жертвы генерируется огромный трафик. Чтобы этого не допускать, приходится защищать именно интернет от клиентов. Потому что не всегда есть возможность поговорить с клиентом и рассказать ему, как надо настраивать роутер, как надо настраивать оборудование. Вот на эти порты надо обратить внимание. Если вы оператор, вы можете зайти на сайт Radar Curator. И здесь есть пример для какой-то автономки 12389. Я не называю провайдеров по именам, но автономка тут есть. Вот. Когда я готовил эту презентацию, я решил зайти на сайт и проверить, а вдруг что-то изменилось. В марте было 171 тысяча усилителей DDoS-атак на сети. В сентябре их стало почти в два раза меньше. Ну, то есть работает. Возможно, этот оператор меня слушал.
В любом случае, если действительно это не какой-то глюк сайта, а если это действительно работа оператора, огромное спасибо, вы в целом начали защищать интернет. Кто-нибудь помнит, чья это автономка, нет? Я предлагаю аплодисменты Ростелекому, они смогли. Итак, простая и тривиальная вещь, надо обновлять роутер АЭС. Кроме того, что надо его обновлять, рекомендуется читать ChangeLog и обращать внимание на security сообщения, на security. Вот. Что если не обновлять роутер ОС? Это реально переписка из чатика. Ну, соответственно, если вы не обновите роутер ОС, возможно, это сделает кто-то за вас. Я вернулся к этому чатику и спросил, что, собственно, в конечном итоге. В конечном итоге мне сказали, что не все так плохо, просто получилось сбросить и настроить заново. Вообще есть способ сделать сброс и использование вашего роутера после получения доступа к нему крайне затруднительным. То есть он превратится для вас в кирпич, или вы просто не сможете менять на нем конфигурацию. Поэтому будьте внимательным, защищайте ваши маршрутизаторы. Иначе кто-то другой сделает это за вас. Итак, два кейса закончились. Третий кейс, он будет полезен для тех, кто хочет показать свою конфигурацию какому-нибудь внешнему специалисту. Чтобы это потом не краснеть, надо обратить внимание на, грубо говоря, культуру конфигурирования. Да, делайте свои конфигурации понятными. Началось все с того, что в систему мониторинга прилетело сообщение о том, что какой-то порт упал. И когда я зашел в систему мониторинга, я увидел вот это. Можно догадаться, какое это устройство с 13 портами. Через какое-то время у меня возник вопрос, а упал порт 7. Как мне человеку на месте сказать, какой физический порт упал? Здесь сложно догадаться реально, кто из них какой и где порт 9. У меня этот скриншот лежал, наверное, год. Спустя год я снова обратился в эту же компанию и попросил проверить. Оно там, она также. У нас тут есть популярное шоу на телевидении. Совпадений нет, но это суровые ребята из Челябинска. По-настоящему в обычном интерфейсе система мониторинга, как правило, findex не показывается, но здесь он есть. Если вы обратите внимание на findex, можно догадаться, кто из них какой. Скорее всего, это все по порядку идет, сортировка по ifindex'у, поэтому по-настоящему нижний SR7 — это SR8, а следующий SR8 — это SR9. Итак, на том же роутере были найдены интерфейсы с такими названиями. И тут, понимаете, тут все хорошо, когда ты можешь зайти на роутер и посмотреть, что это за интерфейс. Но когда тебе просто в тему мониторинга прилетает сообщение в Telegram, в почту, упал интерфейс 5-5. Или слишком много бродкаста на интерфейсе VLAN 100, нижнее подчеркивание 1. Если кто-то считает, что второй и третий, например, все хорошо, то мне не нравится наличие там пробелов. То есть я больше использую SSH, и когда я среди 2000 интерфейсов хочу найти какой-нибудь интерфейс, мне приходится использовать двойные кавычки, экранирование с пробела и так далее. Это неудобно.
Ну и, соответственно, не всегда корректно отрабатывает табуляцию и автодополнение. Поэтому вывод. Если вы не один, договоритесь с коллегами о том, как вы будете именовать интерфейсы и не только интерфейсы. Я вообще сторонник того, чтобы, например, физические интерфейсы ни в коем случае не переименовывать, но по-настоящему не всегда. То есть можно в конце приписывать им что-нибудь, и в лабе по роутингу есть замечательный пример, как это можно использовать. Вот. Обязательно опишите правила именования, потому что вы всегда сможете к ним вернуться. Если кто-то вводит вас в заблуждение, вы можете сказать, что перечитай, пожалуйста, и так далее. Ну и покажите правила именования некоторому внешнему специалисту, чтобы реально убедиться, что это не ваши локальные договоренности, и новый сотрудник тоже сможет быстро вникнуть и понять. Избегайте неоднозначности и помните про комментарии. Комментарии замечательно снимаются по SNMP, выдергиваются другими средствами, и там можно писать все, что угодно. В названии интерфейса должно быть краткое, емкое и так далее. Ну и для примера, как вы можете именовать. Соответственно, в LAN можно именовать как название интерфейса, потом внешний тег и внутренний тег. Мало кто использует двойное тегирование, но здесь можно и для одного VLAN, в принципе, такую же логику использовать. Бридж. Бридж очень удобно, когда у тебя есть интерфейс, на котором что-то происходит, и там сразу в названии первое слово — это бридж. Сразу понимаешь, куда копать. Соответственно, туннельные интерфейсы тоже можно именовать с типом туннеля. Ну, в принципе, это все по именованию. Ну и кейс, который в прошлый раз зашел, наверное, лучше всего, это схема для некоторых операторов. Представьте, что вы некоторый маленький оператор в городе. Вы присутствуете только в одном городе, у вас есть очень большой клиент, который, например, очень успешно, используя ваш интернет, продает, ну, что-нибудь, шаурму. Ну или пирожки, пусть будет, да. Ваш клиент решает расшириться и открыть тестовую точку в каком-то ближайшем городе, где вас нет. Строить сеть ради одного клиента нецелесообразно. И так сложилось, что в том городе есть только другие локальные операторы, и непосредственно стыков с этими операторами у вас нет. Будет еще второй вопрос, когда стык есть. Тоже интересная схема. Что можно сделать в этом случае? У операторов бывают сложности. В частности, в этом кейсе у оператора были ограничения в том, что биллинг умеет работать только с одним роутером. Соответственно, нельзя было поставить, не покупая дополнительный биллинг, роутер в другом городе. Вот. И технология авторизации завязана на статический IPv4 у абонента. Соответственно, технически задача выглядит как организовать L2 от одного роутера, с которым работает биллинг, до конечного оборудования клиента. При том, что арендовать этот L2 нельзя. Решение от экспертов — это построить туннель через публичный интернет. Эти эксперты где-то вычитали, что есть замечательное оборудование, роутер-борд с операционной системой RouterOS, и решают запустить схему на нем. Хотя до этого они использовали совершенно другое оборудование. Но а почему бы нет? Железка дешевая, значит простая. Рядом с основным маршрутизатором ставится RB1100HX2. Ну, просто он прикольный, у него портов много, у него там байпас есть. Его подключают к интернету, ему выдают публичный IP-адрес. Дальше я начал удивляться, потому что зачем-то настраивают PPTP-сервер. На адресах, которые внутри PPTP, строится EOVRIP. И на RB1100HX2 бриджуются VLAN и EOVRIP в сторону клиента. На удаленной точке ставится какой-либо маршрутизатор подешевле и попроще. Подключаются к интернету. А, и вот, получается динамический публичный адрес. Понятно. Строится PPTP-туннель, внутри строится EOVRIP,
порты в сторону клиента и over IP добавляются в бридж, организовывается L2. Кто уже видит вариант проще? Сразу понятно, кто был на роутинге. Вообще, да, вариантов много, но окей. Какие сложности возникают? Удаленных точек становится много. Часть из них имеет серый адрес. А несколько PPTP туннелей не работает через один NAT. На части точек нет проводного интернета. Усложняется схема, и вместо PPTP иногда используется L2TP, а иногда SSTP. И тут странная вещь. Люди, которые настраивают эти туннели, не смогли мне рассказать, когда и что они используют. Они просто берут случайный какой-то протокол, настраивают его. А самое интересное, когда там скорость большая, и клиенту продается ну, хотя бы 20 мегабит, и для него используется SSTP. SSTP работает поверх TCP. Клиент начинает гонять внутри свой TCP трафик, и TCP внутри TCP туннеля очень забавно работает. Это можно прям наглядно потестировать. Что еще происходит? Иногда используется мобильный интернет. Что в итоге получается? Вот там где-то справа реальный полезный трафик клиента. Его IP-адрес, потом L2 клиента. В принципе, самому клиенту L2 и IP-адрес вообще не надо. Но дело в том, что где-то вот там он ожидает 1500 МТУ. После этого идет ГРЕ, который, ну, не совсем ГРЕ, это Ethernet over IP, который внешне очень похож на ГРЕ. Это все внутри ГРЕ, которое PPTP. После этого IP для туннеля. И иногда на конечной точке еще поднимается PoE. И все вот это, вот получается, где-то в левой части там 1500. И там 1500. Роутер OS умеет фрагментацию очень клево, но если у вас очень много клиентов, и вы всех их фрагментируете, дефрагментируете пакеты, вам надо хотя бы производить некоторое тестирование. А подходит ли ваше оборудование для этого? В итоге родилась такая схема. А как ее можно избежать? Ну, то есть по-настоящему там еще возникает вопрос. Если клиенту продали 10 мегабит, и на конечной точке у оператора местного купили 10 мегабит, получит ли клиент скорость, которую ему продали? Ну, правильный вариант ответа, конечно, нет. И в инструкциях есть несколько вариантов, как считать скорость, которую надо купить для туннеля. А по-настоящему, на мой взгляд, ни один из вариантов неправильный, потому что если клиент гоняет пакеты 1500, там один прирост будет, а если он гоняет очень маленькие пакеты, надо скорость в два раза больше покупать. Можно попробовать угадать, но в любом случае это все зависит от того, как клиент будет использовать свой канал. Все-таки, да, как исправить? Значит, на удаленных точках можно просто попросить у оператора использовать статический IP, выдать. Это позволит вам не использовать PPTP, L2TP, SSTP, просто поднять ее в IP. И overhead, ну то есть лишние заголовки, станут значительно меньше. Если нет возможности выпросить у провайдера статический IP, вы можете использовать PPTP плюс BCP. BCP — это Bridge Control Protocol. Фактически это пара кнопочек в Winbox или пара настроек роутер OS, и вы можете PPTP интерфейс добавить в Bridge или L2TP интерфейс добавить в Bridge. А в любом случае у вас остается только один туннель, оверхеда становится меньше. Ну и есть простой вариант, это считать МТУ и с клиентом сразу договариваться. Ну а давай мы тебе не 1500, а 1400 продадим. С двух сторон настроили, все хорошо работает, оверхеда меньше, нагрузка на CPU меньше. Понятно, о чем я говорю? Или нет? Ну, значит, самую хардкорную схему я не буду рассказывать.
возникает некоторое усложнение снова. С чем оно связано? С тем, что изначально мы рассматривали вариант, когда нельзя взять L2-канал от клиента до вашего оборудования. А что, если можно? Ну, с моей точки зрения, круто, мы взяли L2-канал. L2-канал с другой стороны воткнули оборудование клиента, с нашей стороны воткнули куда-то в сеть. Все у нас само работает, как будто это наша сеть. Единственное, если клиент жалуется, мы подключаем оператора, который дам нам эту услугу. Но не все так просто. Соответственно, такой же запрос, такая же схема, но L2 VPN есть. И тут возникает желание, когда клиент звонит, как-то проверить удаленную сторону, и хочется прийти и поставить ему железку с фирменным логотипом специально от провайдера такого-то для успешной продажи пирожков в городе N. Хорошо, мы хотим мониторить. Мы можем поставить туда некоторое устройство, что-то с ним делать, но технически инженер, который будет решать эту задачу, захочет сделать так, чтобы услуга клиента и управление железкой, которая у него будет стоять, были изолированы. Так, чтобы клиент не смог зайти и управлять этой железкой. К примеру, а что, если там появится несколько клиентов в конечном счете? Или будет еще какая-то задача интересная? А в конце концов, как правило, попадая в сеть управления одним оборудованием, ты можешь и на другое зайти. Часто так бывает. Что придумали эксперты? Схема работы через интернет есть, поэтому текущую схему мы можем предложить перестроить в схему аналогичную, но только через L3 VPN. Откуда L3 VPN? Ну, из L2 VPN можно легко сделать L3 VPN, да? Поэтому ставим какой-нибудь роутер, самый дешевый. Поднимаем серую адресацию от RB1100H до этого роутера, и схема скатывается к предыдущей. Все легко, просто поднимаем ее в IP. В итоге клиентский трафик будет ходить внутри туннеля. Интересное решение. И иногда так случается, что схема усложняется, клиент хочет несколько услуг. В этом случае используется либо VLAN внутри EOVRIP, либо используется несколько EOVRIP туннелей. Причем, опять же, когда я спрашивал, в каком случае вы строите несколько EOVRIP, в каком случае используете VLAN, мне сказали, ну не знаю, я вот так привык, а сосед, который сидит, он по-другому привык. Что получается в этой схеме? Опять есть некоторая полезная нагрузка, есть какие-то заголовки, которые клиенту не важны, но зачем-то мы заставляем маршрутизаторы пересобирать пакеты несколько раз. И вот эта задача уже решалась совместно со мной, ну точнее в другом операторе решали похожую задачу, и мой студент предложил решение, которое проще. Он с роутер OS познакомился совсем недавно, поэтому он не настолько хотел использовать все возможности роутер OS. Он хотел так, чтобы решение было какое-то стандартное. Поэтому он предложил следующую схему. Соответственно, у нас есть L2-канал, мы отдадим весь L2-канал клиенту. Ну, с маленькой помарочкой. С маленькой помарочкой внутри L2-канала будет бегать VLAN. То есть клиентский трафик будет без тега, а менеджмент с тегом. С той стороны у нас есть микротик со встроенным свитчом, поэтому на нем мы легко сможем сделать коммутацию пакетов по VLAN. Соответственно, для управления использовать L2 в VLAN и явно уменьшить МТУ на интерфейсах управления. Потому что мы, в принципе, между собой для управления можем договориться, что МТУ у нас не 1500, а клиенту ничего не будем рассказывать. Как схема выглядит, если ее
исправить. Соответственно, клиент получает максимальную полосу, которую возможно, там нет никаких дополнительных туннелей, работает быстрее. В принципе, понятно почему. И есть свой, не совсем туннельчик, есть свой VLAN для управления. В принципе, можно еще проговорить про бонус, но он что-то довольно хардкорный. Ну, в общем, этот же маленький оператор решил зайти в большой город, прям в очень большой город, и он решил подключить трех или более клиентов в одной точке, где у него нет своих сетей, где очень дорого брать L2, потому что это большой город, там совсем другие цены. Но из окон офисов всех трех клиентов видно ту и ту же точку. Ну, физически видно точку. Клиентам требуется несколько услуг, и они разные. Соответственно, маленький оператор хочет несколько услуг, куда нельзя протянуть оптику или где нельзя L2 и так далее. И требуется использовать существующие решения. Тут, в принципе, описания больше нет. Здесь есть картинка. Что придумано? Существующее решение у оператора было решение по хотспоту, когда он ставил некоторого производителя, давал ему интернет, и этот производитель сам строил туннель для контроллера. Соответственно, вот здесь есть вот эта вот железка посередине. Это Wi-Fi точка, которая строит туннель поверх паблика до контроллера. И получается, что все клиенты, которые подключаются к точке, пробрасываются по L2 на какие-то вышестоящие роутеры. И тут возникает следующая ситуация, когда я читал. Идея в том, чтобы всем, ну, вот в точку, которая в видимости из всех трех окон, поставить этот Wi-Fi и раздавать на нем некоторую скрытую сеть Wi-Fi. А всем клиентам поставить роутер-борды и использовать их в качестве репитеров. Я прекрасно помню, что из курса MTS-CNA, что очень сложно заставить двух разных производителей строить L2 поверх беспроводной сети. И у меня сразу же закрылась мысль, как цивильно на Mikrotik с другим производителем сделать L2 Bridge поверх Wireless. Все оказалось проще. На Mikrotik ставится на Wireless интерфейсе DHCP-клиент. А внутрь раздается какая-то белая сеть из Америки. Не знаю почему. Ну просто, наверное, я не знаю эту сеть, значит, она не нужна. Что-то типа 12 точка что-либо там. А внутрь раздается Wi-Fi клиентам. Вот. И в принципе, хорошо, двойной NAT, пусть будет. Все работает. А дальше возникает вопрос, что если в один из этих портов хочется подключить клиента и дать ему проводной интернет. Ну, он будет считать, что это проводной интернет. Публичный белый IP и так далее. С одной стороны, между вашим роутером и роутером, на котором есть белая адресация, есть L2, организованный через какой-то туннель. То есть, в принципе, вы можете приписать статический маршрут в сторону вашего микротика и этот IP-адрес выдать клиенту. Оно будет работать. Но это не та схема, нет. Это слишком легко. С конечного микротика, который подключается по Wi-Fi, получает IP через туннель, который строится поверх публичной сети, поднимается EURIP. Поднимается EURIP до совершенно другого роутера, который снова прокидывает на роутер, выдающий DHCP, выдает интернет. Там вот вложения я уже не стал рисовать, но там очень много вложений. Вот. Я не знаю, реально запустилась эта сеть или нет. Но если здесь есть люди, которые рисовали эту схему, подумайте. А вообще самое интересное, как мне эта схема пришла. Мне эта схема пришла с вопросом,
Знаете, я посмотрел замечательную инструкцию, как настраивать в ядре такого-то оператора COS. То есть там есть несколько уровней, и там описано COS, как он настраивается на каждой железке, чтобы он в целом все работало как-то по единой логике. И такие, а давайте сделаем то же самое на Mikrotik. Такой, так это у этого же провайдера нет оборудования Mikrotik в ядре. И они мне показывают эту схему. Они говорят, мы хотим там телефонию на конечной точке, IPTV, интернет. Ну вот на всякий случай, я не верю, что можно COS растянуть и как-то спасти ситуацию. В принципе, на этом все. Если у вас какие-то есть сомнительные схемы, вы можете показать их мне. Я либо добавлю их в следующий раз, либо скажу, как исправить. Но если вы явно попросите не добавлять, конечно, не буду. Есть какие-то вопросы у нас? Еще есть время или нет? Хорошо, спасибо.